Всем привет, я Нокс, это «Завтрак на бегу». Вчера был выходной день, вчера абсолютно ничего не читала. Занималась готовкой заготовок на зиму. Я наварила кучу аджики, сделала индийское соусное блюдо еще одно. Опять забыла, как можно забывать все время слова. Старость подкрадывается. Индийскую приправу сделала для еды из яблок. Вот, а сегодня у меня наконец-то за 2 дня в холодильник. Представьте, у меня мощный холодильник, немецкий такой старый, стоит в квартире. Вот, я сварила кашу пшеную с кусочком холодца. Он у меня был замороженный, никак не могла его доесть. В общем, бахнула его в кашу. И немного аджики. Ну и такой легенький салат, остатки овощей в холодильнике. Пекинская капуста, перец, помидорка. Масло подсолнечное, семечковое. Ой, смотри, как же хочется. Вчера не удалось выспаться, пришлось рано вставать, к сожалению. И чуть-чуть сольки. Вот, заточила вот такие вот крекеры. Мини-крекеры. Мексиканский вкус. Стоит, по-моему, рублей 14. Ну, скажу так, вкуса там особо нет. Чуть-чуть солька ощущается. Ну и плюс они какие-то немножко мягкие. Ну, что я хотела за 14 рублей. Вот. Сегодня буду дочитывать дальше «Излом времени». Вчера абсолютно, как я говорю, ничего не читала. Я вчера пересмотрела «Дозоры». Что-то у меня такое было настроение. И первую, и вторую часть. Эх, как ни странно, оказывается, я мало что помню из «Дозоров». Меня это удивило. Вообще, я фанат этой эпопеи. И книжной, и экранной, и так далее. Я вечером смотрел какой-то дурацкий детектив и уже в конце засыпала практически. Вот, как-то так. Всем хорошего дня, хороших книг, хороших фильмов и вкусной еды. Пишите, ставьте лайки, всегда рада пообщаться. Пока-пока.